Овен. Утром едва ли удастся избежать неприятностей. Особенно трудно будет тем, кто запланировал на это время что-то важное. Слишком много идет не так, как ожидалось, и реализовать задуманное оказывается очень сложно. Телец. Не нервничайте и старайтесь сохранять спокойствие. Это будет не так-то легко, потому что этот день едва ли обойдется без трудностей. Если вы справитесь со своими эмоциями, то и преграды сможете преодолеть. Близнецы, вас ждет интересный день, яркий, насыщенный и плодотворный. Он хорошо подходит для решения важных вопросов. Удастся довести до конца дела, которым вы отдали много сил справиться с проблемами и в последнее время тревожащими ваших близких. Рак. Стоит побывать на светских мероприятиях, они оставят приятное впечатление. Будет возможность научиться чему-то новому или заняться делом, которое давно вас интересовало. Не бойтесь отказаться от сложившихся привычек и нарушить обычный ход событий. Лев. Первая половина дня проходит спокойно. Это подходящее время для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы, пообщаться с людьми, по которым вы скучали, решить какие-то семейные вопросы. Можно проводить оздоровительные и профилактические процедуры, они будут эффективными. Дева. Всего за несколько часов вы успеете много сделать. К тому же появятся хорошие идеи, которые можно реализовать немедленно. Вам охотно помогают новые и старые знакомые. Весы. Вечер подходит для того, чтобы строить планы на будущее и обсуждать совместные дела. Удачен день и для работы, в ней можно достичь больших успехов. Заметную прибыль принесет коммерческая деятельность. Скорпион. Этот день дает возможность многое изменить в жизни, заняться чем-то совершенно новым. Чем раньше вы определитесь со своими целями и приоритетами, тем лучше. Прислушайтесь к интуиции. Стрелец. Многих стрельцов одолевают тяжелые мысли и воспоминания о неприятных событиях прошлого. Вы снова и снова анализируете свои ошибки, вместо того, чтобы попытаться их исправить. Старайтесь больше общаться с веселыми, доброжелательными и оптимистично настроенными людьми. Козерог. Начало дня больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных занятий. На это время не стоит планировать встречи, потому что они едва ли пройдут так, как вам хотелось бы. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Водолей. День требует серьезного отношения к любым делам. Легкомыслие часто приводит к неприятностям, особенно когда дело касается денег и имущества. Старайтесь не нарушать договоренности и выполнять свои обещания. Рыбы. Тем, кто занимается коммерческой деятельностью, звезды обещают выгодные сделки и заметные доходы. Планируйте день так, чтобы у вас осталось достаточно времени для отдыха и прогулки на свежем воздухе. Если вы занимаетесь спортом, делайте это под присмотром тренера и ограничьтесь средними нагрузками.